дорогие друзья, вы на канале Hockey Brothers. Всем привет! Спешл выпуск, сегодня Хэллоуин, и мы отмечаем День всех святых. Пацаны оделись, пацаны нарядились, вы видите, как я тоже. И пацаны, подлетайте, сейчас объясню вам правила. Три точки. Мы делимся на четыре команды, подвое. Проигравшая команда идет на самый страшный квест, чтобы испытать эти эмоции страха, как в Хэллоуине. Ну что же, пацаны, вы уже в курсе, будем делиться на команды. Все рандомом, перемешиваем. Крутик, твоя команда. Корней, у тебя отдельная команда. Глеб, ты и Перчик. У нас есть четыре команды, определились, капитаны. Теперь они вытягивают себе партнеров. Кто был первый? Крутик. Денис. Брат, мы должны не проиграть. Корней, ты. По-любому копыч будет, я отвечаю. Бля, старый. Старый, крутой, старый. О, тренер! Вот это парк, летай. А как у нас так получилось, что лишнее количество людей? Копыч! Копыч! Это вот... Это, а да. Как я так поделил? Хуй его! Тимоха! Ты лишний, блядь! Тимоха один? Тимоха один! Я один! Я не один! Со мной один! Нет! Жарагер зима? А? Жарагер зима? Жарагер. А у нас есть три точки с левого круга, центра и с правого круга. У каждого по одной попытке на каждой точке. У Тимохи две, потому что он один. Сейчас зрители будут писать, что типа это все подстроено, все случайно, на самом деле я про него забыл. Я не знаю как, обсчитался. Сорян, пацаны. И, кстати, у нас будет конкурс на лучший костюм. Кто наберет больше комментариев да. на него, ну, за человека, тот выиграет. Пишите в комментариях. За кого вы топите? Топлю ну. за сына Одина, потому что он секси папа просто. В общем, три точки, у каждого по одной попытке. Мы начинаем. Объясни, пожалуйста, кто ты, вот этот на динозаврике, маленький человек? Я приехал из Средневековья на этом Дино. Давайте придумаем название, не знаю еще, да, даже не успел назвать его. Динозавр Станислав. Олегович. Олегович. Станислав Олегович. Прошу любить и жаловать. Друзья, кому нравится Станислав Олегович? Голосуем. Нужно поставить комментарий, топлю за старого, чтобы он выиграл приз. Приз, конечно, будет интересен, когда вы все проголосуете. Чтобы отсюда забить, нужно кисти, как овечки, на минимум. Все, первый пошел. Нормально. Давай не будет страдать. Старый, с таким щелчком мы точно не выиграем. Подать сюда индейца, немедленно. Индейца выставить. Таблетки принимался? Это хуже, чем трогать мою форму. Бросить мне на разминку в голову. У тебя нету шансов вообще сегодня. Что так на него не готовился? Стоит, прыгает. Давай там, расслабься. Подать! Второй бросок индейца! Не плюнул неплохо, поймал. Да? Поймал нормально. Yo, mate, this no side porch night. Судную ночь потом залетаю. О, блин. Мне кажется, он тут просто ломается сейчас броска. Ну... Не было? Спайдермен плюнул. Было страшно. Недооценка соперника. Я готов убивать его. Что, голову? Голову. Призрак, блядь, пролетел над Сибирью. Шавани просто ископнем, походу. На самом деле, очень хочется просрать. Вот, очень хочется старший КВ. Ну, а как по закону подлости, наверное, получится наоборот. Почти. Ну, да я даже не знаю, что тут сказать. Пошел второй круг, первый по нулям, но я не понимаю, почему никто не бросал с кистей. Все говорят, что невозможно там забить. Очень странные люди. Черт. Надо, главное, правильно сидеть. Я когда бросил, упала она. Станислав Олегович. Ну, удачи вам. Это бросина, вот такие кисти. Старый, динозавр мешается бросить. Сейчас мы его приручим. Братан, ты не замерз? Да не, пока нормально. Нормально. Нет, все? Пока на кофточку взял с собой на всякий случай. Но серферы же в кофтах не ходят, правильно. Да, бачко? Бачко нормально? Давай, весна, не Ксения, Собчак, и Ксения, родина! Ну что ж, добрый вечер, уважаемые телезрители. Моя команда, тренер. Единственный, кто будет сегодня тащить. Тимоха сейчас, и у него еще одна попытка. Вот, Тимоха. Команда сына Одина. Я очень хочу, чтобы Тимоха забил. Это летний вариант. Ай!
0-0 пока. Интрига сохраняется, мы переходим на центральную точку. Старый, забей, пожалуйста, я тебя молю, а. Я буду стараться. Я ничего не понимаю, ты же перспективный был. На квест хочу просто. Да не надо мне, чтобы ты на квест хотел. Я тебе говорю, уже так тебе эту квоту дам. Щелчи. Просто щелчи, все. Мне разбег нужен. А, нифига. Кто партнер? Нормально, валяется? Бля, Корней Тигр, а, просто подтащил нашу команду, наконец-то! Садись, я тебя прокачу! Поехали! Я особенный человек с особенной клюшкой и особенной маской. Доктора, срочно! Я типа разъеб... Боже, как больно. Я двумя коленями. Копыч по всему полю разлетелся. Как этот мальчик оставил вот это здесь, ты не знаешь, как это казалось? Копыч слишком буквально принял то, что он привидение. Решил ему борт пройти. Что-то все забивают с центра. Вот это красавчик, наш красавчик. Вот он. Нормально, что из второго круга только ты не забил пока. Все забили. Сейчас посмотрим на тебя. Да, блин. Я на тебя рассчитывал, а не на себя. А я на тебя положиться. Тимох! Да помогут мне боги. Хорош! Слава тебе, господи. Мы еще вытащим. Давай еще дуру эту боги. Бросай. Я! Отходите, отходите. Подальше, подальше. Хорош! Да! Я не хочу на квест! Мы сделали это! Мы! Блин, ты понимаешь, еще второй круг у всех, второй попытки, поэтому сык от нам не до сих пор. Нормально. Кистей еще никто не забивал. Ну да. Надо открывать эту викторину. Да, ну это все из-за дома 2, наверное. Так сходил. Да, сходил, не забил, вот так все работает. Я сейчас в шарик буду целиться. Давай, старый! Старый, ты в порядке. Старый, ты все равно в порядке. Бросил, он по шарику бросал. Сил. Я по шарику бросал. Давай сюда сделай. Походу мы едем просто в кино. Не на квест. Российские хоккей тренеры смерти. Тимох, я хочу, чтобы ты ввел интригу в этот матч. Думаешь, да? Надо что-то сделать. Сейчас тебя попробую. Никто не верит, кроме меня. Я один, но со мной Один, ёман! Ну, один в команде, потому что у него Один сверху помогает. Вся интрига переходит на третий круг, потому что только у команды Перчика два, у остальных у всех по одному. Все, я пошел. Давай, Один. Ладно, было неплохо. Ха-ха, неплохо. Пупок, да, говорит, неплохо было. Ребят! Я забыл сказать, что при ничейном счете мы идем на булиты все. Ну что ты, ебу-бу. Не страшно проиграть, я на квесте ни разу в жизни не был. И Денис айфон упал. Корней! Вся надежда на тебя! Был. Ладно, голы сбивать не умею, зато у меня стилист прекрасный. Спасибо, Настя. Бесполезно. Йоу, мэйт. Ай. Я посвящу этот город, что-то там. Я посвящу эту строке, что-то самому первому. Копыч, давай, мы хотим увидеть твою радость. Радости нет, но значит и эмоции, я и как бы и нет. Ну все. Смерть пришла за Ивана. Да это парник какой-то, смотри. Там огурцы растут. Ну как так? Все,
Смерть без косы осталась. Ха-ха, я снова вернулся. Тимоха, давай, чуть шарик не разбил. Так, что происходит? Испугаются. Мой бросаешь, что ли? Надо сейчас засадить, и все будет нормально. Ура! Денис, 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 вперед! Мы не пойдем на квест, Денис, вперед! Да! Да! Мы сделали это! Опять мы! Мы не пойдем на квест! Я очень рад, потому что я не хочу. Ваня начинает какую-то игру свою. Нужен перепросмотр, продюсер. Там Ваня нечестно играл. Там, короче, прошло. Перебиваем. Иван, сейчас серьезно. Ты ушел с ворот? Да. Я просто, какой смысл тогда играть? Ваня там стоял в угол, открыл. Поэтому лучше там открыл угол, поэтому пускай перебрось. День, перебрось. Блядь, походу мы проиграем. Куда ты поехал? Сейчас слепок вылезу. Старый, надо мимо вратаря был. Подустал бежать. Мы уже сдулся, мы в прямом смысле сдулся. Мы устали. Пойду на водопой. Слушай, мне уже холодно стало так, что уже просто нереально. Вам, если что, можно не бросать, вы уже не проиграли. А можно бросить? Можно. Спасибо. Очень хотелось бросить. Уверенно. Хоккей, я его бросил. Это машина Байсева. Динозавр погладил. Мы против пива. Пиво это смерть. Отскочили. Короче, выбывает, точнее, да, не идет на квест только команда Перчика с Севушкой. А мы все идем на буллиты. Решится все там. Но ты буллитер же, по-моему, да, насколько я знаю? Да, и буллитер. И как оказалось, я еще щелковой парень-то. Щелкунчик. Щелкун, блин. Я никогда не снимал. Вообще, спасибо. Все, продолжаемся на буллитах. Крутик начинает. Уйди. Я не хочу туда! Старый, слышь, мы вдвоем, не все от меня зависит. Динозавр свой снимет. Это мой индейец! Давай, брат! Никакой надежды нету, а? Короче, есть одна тактика, я в голове типа продумал тысячу раз. Я еще себе представлял, типа, я такой прям, классное все дело. Вот сейчас мы проверим, как это на практике. Что за тактика такая? Блин, почти, ты видел обманку, блин? За исполнение 5 просто. Один. Вот он. Круче. Гол! Твой напарник бьет, ты в курсе? Оп. Я говорил! Я в тебя всегда верил! Я клянусь, я очень рад, потому что я боюсь, я ссу этот квест. Видишь, мне это было хорошо. Сейчас мы все решим, все вопросы. Дайте шайбу-то! Шайбу! Сейчас динозаврик все забьет. Почему ты? Почему он со мной в команде? Самый неудобный костюм. Почему он? Да. Ну что, смотрите, рукавчики повыше, шортишечки пониже. Капрезе. Мой капрезе бросает. Хотел Кучерову показать, блин. Забери мне, пожалуйста, я не смог исполнить твою, блядь, фишечку. Че, я бью, да? Бью. Все, давай. Тихо. Ой! Можешь засчитать. А че? Считается или нет? Нет. Мы вышли, остались команда Корнея, команда Глеба и сын Одина. Нет, ребят, только теперь мы бросаем уже до первой, все. Чепенены? На старого надежды. Давай я пробью. Куда ты, Славик? Успокойся, динозавра покорми. Куда? Все давай, решается. Чикаго Блэк Хоукс. На квестах, только на самый страх. Команда Глеба, кто из вас? Что, исполнишь?
безусловно. Давай. Ты веришь мне? Я верю. Он я верит в никто другой верю. You made his believe in me. Я верю в копчик. Я тоже верю. Смотрите. И... О, бля! Я не снял, так мне больно, блин. Чего ты не снял? Чуваки, что летаешь ты сегодня? Это тактика была. Мне так больно. У него была какая-то тактика, и он ее придерживался. Тимо, ты же знаешь, что ты забьешь, ты все, ты типа не идешь. Я все, ты просто сделай это один раз. Закрой глаза и ударь. Я его загнал! Ну дал шанс пацанам, ребятам! Уже, честно говоря, не смешно, хоть забить не хочешь на квест. Я трусишку таю еще. Давай, Корней, давай! Давай, родной! Просто брось. Ничего лишнего. Ты молочек, ты молодец. Стали две команды. Команда Глеба и Сыновина. Две команды, три человека. Копыч, все, команды, давай, скажи, куда забить, забью. Да, левая девятка. Левая девятка? Да. Пожалуйста. Левая девяточка. Че, походу я иду на страшный квест, да? Мне жалко его, он один, блядь, давай, светолай. Ну, блин, ну старичок, блядь. Мы едем на страшный квест, Тимоха проиграл. Не, ну то есть в смысле, подожди, их бьет двое. Давай так, давай должно, так. Их давай должно так, бить двое. Давайте по-честному, кого ты с собой возьмешь на квест? Я вот старого хочу взять. Старого? По-любому, старый, блядь. А что, ты не готов? Ладно, я тебя отвезу. Так, мы приехали на квест. Пацаны подписывают бумажки. Тимох, какие ожидания? Ну, я ни разу не был, даже не знаю, с чем мы столкнемся. Но главное в уме держать, что это не по-настоящему. Ну, есть немножко сикотно. Копыч, Копыч. Бля, мне вообще не нравится этот коридор. Копыч! Мне страшно! Так, смотри, ты сейчас пойдешь в мою комнату, это где мы с тобой познакомились. И там на полу как раз лежат эти волосы. Иди. Вот. А только где надо она? Будет идти медленно, да. Я тебе покажу. Только надо будет идти медленно, чтобы тебя Элис на кухне не увидела. А если тебя увидит папа, который, ну, призрак с топором, ага, тогда просто говори ему название тортов, он почему-то этого не любит. Да. Вот это жесть. Наполеон! Птичье молоко! Птичье молоко! Блядь! Птичье молоко! Птичье молоко! Птичье молоко! Птичье молоко, блядь! Налево! Беги! Бля, Копыч, хорош. Блять, это была какая-то жесть. Тимош, ну ты, походу, не пожалел, что проиграл, да? Многие могут подумать, что я специально проиграл. Ну я, слава богу, не... Да не, ну так реально же вышло. И я, на самом деле, до сих пор не понимаю, почему я обсчитался в людей. Косяк мой. В общем, ребят, ссылку на квест, вдруг кто-то захочет, мы оставим в описании. Заходите к этим ребятам. Ну а мы, надеюсь, вам очень понравился выпуск про Хэллоуин. Был он очень веселый. Лайк этому видео, не бойтесь, все было весело. Подписывайтесь на наш канал Hockey Brothers. Всем чао-чао. Пока.